Накануне Нового года 93-летний видновчанин Виктор Сашин решился круто изменить свою жизнь, переехать из старой квартиры на 5-м этаже в доме без лифта в предложенную администрацией новую на 1-м. И все это ради того, чтобы продолжать вести активный образ жизни, несмотря на перенесенную год назад операцию на коленях и почтенный возраст. Когда Алексей Петрович Спласский, глава нашего Ленинского городского округа, увидел фотографии, когда услышал эту историю, то он, конечно же, собрал совещание, и сегодня мы можем уже вот говорить о том, что у Виктора Федоровича квартира на 1-м этаже. Вы как свет, понимаете? За вами идут молодежь, дети, ваши друзья, которые вспоминают и ждут вас в общественной жизни города. С тех пор сотрудники администрации муниципалитета и Центра социального обслуживания Домодедовский регулярно навещают и помогают ветерану. За месяц после переезда Виктор Федорович уже обустроился в новой квартире и стал чаще выходить на улицу. На днях он оформил библиотеки, которые теперь от него буквально в 2 шагах читательский билет. Мы с Виктором Федоровичем познакомились, когда он нам сделал огромный подарок. Он принес нам в дар практически всю свою библиотеку, ему за что мы ему очень благодарны. А вчера мы выдали... выдали читательский билет, и теперь мы ждем его каждый день, и ждем не только, чтобы он приходил за книгами, а также приходил на различные кружки, которые у нас существуют. Сходил Виктор Федорович и в шахматы клуб на школьный, где чемпиона Ленинского района по шахматам прекрасно помнят и всегда ждут. Уже в турнире участвовал по шашкам. Так, и вчера сыграли, в общем, с 4 до 7. Играли. Виктор Федорович прожил активную, насыщенную жизнь. Днем трудился в Министерстве энергетики, по вечерам играл в шахматы и пел в хоре при Центральной библиотеке. Вышел на пенсию только в 87 лет и сразу стал участником клуба «Активное долголетие». Занимался скандинавской ходьбой, общался, но уже год появлялся там редко. Тяжело было подниматься и спускаться с 5-го этажа. Теперь совсем другое дело. Я вам предлагаю, сейчас чуть-чуть будет потеплее. Давайте мы для начала пришлем... автобус за вами маленький, да, отвезем вас, вы с ними как бы назад восстановите, что они вас ждут реально. Словом, планов у нашего героя много, и все они, без сомнения, обязательно исполнятся, ведь возраст человеку с молодой душой не помеха. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.